привет, друзья мои! Темой сегодняшнего видео будет замена лопатки. Замена лопатки на воблере агрессор. Насколько легко меняется лопатка, какие инструменты для этого нужны и для чего меняется лопатка, и взаимозаменяема ли эта лопатка с воблером Халка, мы сегодня эту тему и затронем. Также многие спрашивают, на воблере агрессор стоит родная, то есть по умолчанию, допустим, на 8-метровом лопатка в виде чашечки вот такой, изогнута. Но на ней ничего не промаркировано. Ни 5+, ни 3+, ни 8+. Многие спрашивают, насколько же вот эта лопатка имеет заглубление. Итак, если взять новый воблер от Герман и достать оттуда сам воблер, то внутри коробочки мы видим дополнительную лопатку. На дополнительной лопатке написано, что этот воблер заглубляется на 5 метров. 5М+. А на лопатке, которая стоит на воблере, ничего не написано. Итак, многие спрашивают, насколько же вот эта лопатка, которая стоит на воблере, заглубляется? На 3 метра, на 5 метров или на 8 метров? Почему-то многие думают, что эта лопатка заглубляется на 3 метра. Трехметровые лопатки очень маленькие. Они вот такие. К этим лопаткам мы вернемся чуть позже. Итак, значит, в комплекте идет запасная лопатка 5-метровая, на которой написано 5 метров, и вот такая изогнутая. 5-метровая лопатка, она прямая. Это сразу видно невооруженным взглядом. На ней стоит маркировка 5+. 5М+. Ну а эта лопатка, которая стоит на самом воблере, на 125-й Халке 8+, она 8-метровая. На них, к сожалению, не стоит никаких маркировок, но мы можем ее различить с 5-метровой лопаткой по ее изогнутому виду. Она имеет такую вот чашу, такой язычок. В отличие от прямой лопатки. Итак, изогнутая лопатка – это 8-метровая лопатка. У кого есть родная Халка, можно сравнить с родной Халкой. Лопатки идентичны. Итак, эту тему закрываем. Изогнутая лопатка 8-метровая, 5-метровые лопатки прямые. Также есть лопатки 3-метровые. Ну, они очень маленькие, их сразу видно. И на них стоит маркировка 3+. Всего бывает на сегодняшний момент 3 вида лопаток. 3-метровые, 5-метровые и 8-метровые. Что у родных халок, что у реплик, в том числе и агрессора. А теперь, как заменить лопатку на воблере агрессор, как вынуть вот этот штыречек. Возьмем воблер 125. Как вы видите, штыречек ниоткуда не торчит. Лопатка, воблер в боевом состоянии. Какой инструмент нужен для этого? Нужно что-то типа шила, но с тупым обязательно концом. Потому что если будет шило настоящее, оно будет протыкать. То есть нужно тупое что-то. Я сделал такой инструмент просто из отвертки, заточив его, немножко заузив вот здесь, то есть диаметров уменьшив. И здесь, соответственно, оставив, сделал тупую сторону. До этого пользовался для чистки оружия вот таким средством. Вот этого, в принципе, хватает, чтобы продвинуть. Сейчас я вам покажу. Ну, а дальше нам понадобятся пассатижи или плоскогубцы, чтобы достать штыречек. Можно, конечно, вот с таким уже инструментом, без плоскогубц и без пассатиж. Но все равно их я в лодке вожу, и они у меня всегда лежат для правки
петель у воблера, ну и для всяких разных других ситуаций. Итак, многие делают такой инструмент еще просто из гвоздя. Да, можно, но ручки нету, надо что-то мастырить, что-то делать. Дешевая отвертка, 15 рублей, цена ей, и у меня готовый инструмент. У воблера есть вот здесь такая впадина, откуда выходит сам штырек. Своим инструментом мы вынимаем наш штырек. Штырек вынут. Теперь вынимаем саму лопатку. Все. Вот такой у нас воблер получился без лопатки. На этот воблер теперь можно сажать или 3-метровую лопатку, или 5-метровую, или 8-метровую. Вот отдельно 8-метровая лопатка. Итак, я вам показал, как вынимать, а теперь я вам покажу, как устанавливать лопатку и меняем лопатку. Пока ставим родную, тоже от Герман. Для чего же меняем лопатки? Лопатка вставляется легко. И у нас вот такое отверстие получается, куда мы сейчас будем вставлять наш штопорок. Итак, для чего же нужна замена лопатки? Замена лопатки нужна для того, чтобы правильно провести воблер по нужной глубине и с правильной игрой воблера. 8-метровая лопатка идет для глубин где-то от 6 и до 10 метров. 5-метровая лопатка, которую мы сейчас установили, идет где-то от 4 и до 7 метров. Рабочий ее диапазон. 3-метровая лопатка, более маленькая вот такая, это для более прибрежной ловли рыбы, скорее всего щуки. И рабочий диапазон этой приманки будет у нас где-то от 1,5 метров и до 5 метров. Если тупо оставить лопатку 8-метровую и начинать рыбачить, скажем, по 3 метрам, по 4 метрам, воблер будет очень интенсивно, скажем, постоянно рыть дно. И я бы сказал, что больше даже будет отпугивать рыбу, чем приманивать ее. Воблер должен периодически касаться дна, подпрыгивать и опять касаться. Коснулся дна, подпрыгнул, опять коснулся, подпрыгнул. Тогда у нас будет более результативная рыбалка. Итак, одеваем теперь наш штопорок. Одевается он легко, как вы видите, просто пальцем. Еще раз. Все. Теперь многие меня спрашивают про небольшой люфт у воблера, у лопатки. Влияет это на что-либо или не влияет? Будет воблер вылетать или не будет воблер вылетать? Друзья мои, у воблера типа Халка это не влияет ни на что. Ну, по крайней мере, вот у данного воблера, у агрессора, не влияет. Я сам испугался, когда такое, значит, заметил. Почему-то именно 8-метровая лопатка, она вот так немножко имеет люфт. Шатается. Не сильно, но шатается. Думал, будет воблер вылетать или какую-то игру иметь неправильную игру. Нет, друзья мои, воблер не вылетает и игру имеет довольно-таки правильную. Причем, значит, этот люфт появился, когда появились новые коробки. В старых коробках никакого люфта не было. Еще раз повторюсь, ни на что это не влияет. Будьте спокойны. Воблер ловит. И как он ловит, я вам уже показывал. Итак, лопатку мы вернули прежнюю, 8-метровую на наш воблер. И теперь я вам покажу, взаимозаменяемая ли лопатка у воблера агрессор, скажем, 8-метровая, и лопатка от Халки, также 8-метровая. Итак, вынимаем лопатку у воблера Халка.
очень острые тройники, поэтому очень опасно вынимать. Тут надо призноровиться, я еще пытаюсь вам на камеру показать. Оп, поймал себя. Хочется и вам показать, и палец еще беречь. У воблера Халка лопатка вынимается посложнее, но вынимается. Вот. Все-таки плоскогубцы я возьму. Вынули. Воблер я красил, поэтому краска приклеила саму лопатку. И, наверное, приклеила сам штопорок. Итак, лопата от воблера Халка. Теперь вынимаем лопату из воблера Агрессор. Ну, скажем, вот такого. Как вы видите, у воблера Агрессор элементарно вынимается штопорок и легко снимается лопата. Повторюсь, на игру воблера это никак не влияет. Итак, мы имеем две приманки без лопаты. Это родная Халка, просто мной перекрашена. Это Герман, реплика над Халку. Родная лопата, подписана Халка, 8+. И лопата не подписанная никак, это лопата от Герман. Итак, лопату от Герман пытаемся установить к воблеру Халка. Лопата зашла, отверстия совпали. Берем штопорок и устанавливаем. Штопор установился элементарно. Вы, наверное, скажете, а вдруг это не Халка, а вдруг это еще что-то, нету никакой маркировки. Есть у меня воблер с маркировкой. Родная Халка, кстати, должна маркироваться на хвосте, написано Халка. Раньше еще Халка маркировалась на подбородке. Но в последнее время Халки стали маркировать своим логотипом на хвосте. Берем, это правда 5-метровая лопата стоит, я уже менял на 5-метровую, или воблер у меня куплен был 5-метровый. Точно уже не помню. Лопата старая, воблер старый, потертый. Итак, пробуем, меняем. Главное во время замены тройниками руку не засадить. Повторюсь, с маркировкой. Берем лопату, скажем, тоже 5-метровую. Только уже не написано, что Халка. Вот 5-метровая от Халки. Стоит маркировка Халка 5+. Берем от Германа. Не оригинальную лопату. И опять все совпадает. Лопата стоит не оригинальная, как вы видите. Берем штопорок. Мне слово «штопорок» на самом деле очень сильно напрягает. Я бы говорил «стопорок». Но, походу, правильнее говоришь «штопорок». Итак, берем штекер, берем штопорок и начинаем загонять. Если он рукой не загоняется, я его обычно дозагоняю плоскогубцами или чем-либо другим. Все. Лопата не шатается вообще никак. Процесс взаимозаменяемости доказан. То есть лопаты элементарно подходят к агрессору от Халки, к Халке к агрессору. Теперь многие спрашивают, а вот на этот маленький воблерок можно ли поставить 8-метровую лопату? Давайте попробуем. Вынимаем штопор, вынимаем 3-метровую вот такую маленькую лопатку, замечательную. Кстати, воблер можно использовать и в заброс. И ставим сюда родную лопатку от Халки. Даже не германскую лопатку.
Нет. Почему-то не лезет. Пробуем 5-метровую. От Халки. От родной. Нет. Если лезет, то совсем трудно. Но не лезет. Так. Итак, берем лопату от агрессора. 8-метровую. Пытаемся ее установить. По какой-то причине на этот маленький вобер лопата 8-метровая не устанавливается. Пробуем установить 5-метровую лопату. Блин, а почему-то 5-метровая не устанавливается. Так, пробуем 5-метровую установить от Герман лопату. Она почему-то как-то тоже не устанавливается. Очень с трудом. Лопата 5-метровая от Халки. Также идентична. 8-метровая лопата. Лучше от Халки. Но... Но не так, как надо. 8-метровая лопата от агрессора. Тоже очень трудно устанавливается, трудно вынимается. Но, оказывается, у такого малыша есть своя маленькая 5-метровая лопата. Вот здесь я, конечно, был поражен. И она устанавливается элементарно. Представляете? То есть, штопорки все подходят друг от друга. Не проблема. Вот он. То есть у маленького 85-го агрессорика своя лопата 5-метровая, своя, на которой ничего не написано. Ни 5 метров, ни 85-й агрессор. Правда, стоит 90-ку вот здесь, 90. Наверное, это и имеется в виду, что 90-й агрессор. Хотя сам воблер 85-й. Но бог с ним. Короче, если вы увидели на лопате цифру 90, это от маленького агрессорика, и она только подходит к нему. А сейчас мы посмотрим, кстати, подает ли она к большому воблеру. Нет, она не подходит. Отверстия не совпадают, и это печально. А интересно, 3-метровая лопата от 90-го воблера подойдет к большому? И как мы видим, тоже не подходит. Отверстия не совпадают. Итак, делаем вывод, что если на лопатках написано 90, значит, это от 85-го агрессорика. И эти лопатки подходят только к 85-му агрессорику. Но в комплекте есть у него 5-метровая лопатка, вот такая большая. Делаем вывод. 85-миллиметровый агрессор. 90-ик назовем его так, коли написано на лопатке. Давайте его будем звать 90-ик. Так вот, к этому 90-ику никакие лопатки не подходят, как только его лопатки. И его лопатки не подходят другим приманкам. Ну, я думаю, нам достаточно. В комплекте идет 5-метровая и 3-метровая лопатка. Но зато мы выяснили, что к агрессору 125-му подходит как родная его 8-метровая лопатка, так и лопатка от воблера Халки. Они идеально подходят друг к другу, без всяких проблем. Также и 5-метровые лопатки устанавливаются без проблем. Вернем моему воблеру 8-метровую лопаточку. Пусть живет с ней. А у родной Халки теперь стоит не оригинальная лопата, а лопата от Герман. Все, друзья мои, надеюсь, видео было полезно.
и интересно. Всем рыбацкой и жизненной удачи. Всех благ вам.